действительности. И я думаю, что придет время, когда эта преступная группировка будет запрещена законом, а все ее лидеры и все те, кто помогали совершать преступления, будут привлечены к ответственности. Я хочу, чтобы... Да. Хочу проверить, чи працює його. Сейчас Женя Захаров распишется. Я тогда с чистой совестью покину это самое. Женя, с размахом, так, чтобы это было. Медленно и печально. Да. Амплитуда там самая большая, но движение там... А да и что она притягивает? Куда? Так быстро, еще раз. Андрюх, не успокоивайся. Если оно так и есть, ты понимаешь? Ты выбираем, набираем. Да. Победа.